Друзья, всем большой привет! Вы на канале «Дача с Виталием Декабрёвым». И это новая рубрика «Пригласили в гости». Согласитесь, интересно же заглянуть на чужие участки, посмотреть, как все устроено, вдохновиться идеями и познакомиться с увлеченными людьми. Вот и я решил, что пора уже, кроме своего участка, показывать и другие. В конце июля я побывал в гостях у Ивана Якшина. Не успел я приехать в гости к Ивану Якшину, как мы тут же занялись делом. Начали планировать вот этот небольшой участок, где будет ландшафтный дизайн. Привет, Ваня. Добрый день. Иван Якшин – эксперт по органическому земледелию различных телевизионных программ. По образованию Иван – инженер-технолог пищевого производства, но тяга к садоводству, которым он занимается с 10 лет, сделала свое дело, и Иван открыл свой садовый магазин, которому в этом году исполнилось 10 лет. Его не устраивал ассортимент садовых магазинов, и он решил работать с лучшими производителями удобрений и семян и обеспечить интересными новинками своих земляков. Так мы, кстати, и познакомились и начали плодотворно сотрудничать. Супруга Ивана, Наталья, активно помогает мужу в бизнесе и ведет его соцсети. У Ивана двое детей. Дочь Анастасия – студентка, и сын Дмитрий – программист. И живет, кстати, он в Париже со своей семьей, женой и полуторагодовалой дочкой. У Ивана есть мечта объездить весь мир и посмотреть на природу разных стран. Сегодня я приехал к Ивану на дачу, которой он занимается всего 2 года, но я уверен, здесь есть на что посмотреть и о чем рассказать. Вообще, конечно, сколько лет знакомы, и я к своему стыду первый раз приехал к тебе в гости на участок. У тебя тут очень классно. Я надеюсь, ты мне сегодня проведешь экскурсию, но перед этим я же не с пустыми руками, я тебе с подарком. Ух ты. Знаю, что у тебя газон вот такой шикарный. Это вот режущая штуковина, ножницы, да, чтобы не нагибаться в нашем возрасте. Понимаешь? Ну, в нашем возрасте, да, уже нагибаться не пристало. Да, мы с тобой попробуем, испытаем. Знаешь, что ты любитель роз, вот, не мог не приобрести тебе вот такие ножницы специальные для обрезки роз, ну, вообще, в принципе, цветов. А мы их вот сейчас, наверное, и попробуем, Виталий, ну, потому что мы вот купили палеантовую розу. Ага. Кстати, для любителей садоводства, когда вы берете посадочный материал, никогда сразу его не сажайте. Обязательно вот куда-то в определенное место уберите, обработайте от болезней, да, от насекомых. Карантин, да, на карантин убрать. Вот видите, мы ее обработали. Листья нижние были повреждены мучнистой росой. Они сейчас уже, видите, пожелтели. Но это не страшно. Они облетят, будут здоровые следующие листья. Ну, до этого участка мы с тобой еще доберемся. Мне не терпится показать нашим зрителям твои угодья, потому что у тебя тут много чего интересного, и декоративные культуры, и овощные, поэтому все, бросай и пойдем. Так, давай-ка я пока уберу все. Мне кажется, сегодня экскурсии у меня не получится, потому что у Ивана новая игрушка не выпускает из рук. Поэтому срочно нужно все это попробовать, да? Это вот у нас входная зона. Рябина кудрявая, да? Нет. Это у нас десертная рябина. Ага, крупные такие, да, ягоды, да? То есть это съедобная? Съедобная рябина, которая не вяжет, которая вкусная, сладкая, для настоек отлично подойдет. Ну, елочки, конечно же. Елочки, да, самые обыкновенные, вот с шишками уже. Красиво. Красивые. Голубая ель. Угу. Это что такое растет? Бузульник, господи, точно. Бузульничек. Хвойнички. А самое главное, газон, для которого Виталий мне сегодня подарок сделал шикарный, которым конечно, можно бордюры. Правда, вещь. Бордюры прям, конечно, ей... Нет, я все равно еще раз покажу, как она работает. Давай, покажи. Бордюры резать, наклоняться не надо. Идешь и получаешь эстетическое удовольствие от работы. Вещь, которая должна быть на каждом участке, это компостер. Что-то у тебя маловат компостер-то. Это что ж туда поместится такое? Ну, он у нас просто здесь один, еще будет у меня в другом компостер, месте. Компостер, я не знаю, 2 на 2, и мне не хватает. Столько всего приходится туда класть. Ты мало используешь его. Посмотрите, друзья, вот что туда полезет. Идемте. Он уже битком, и куда дальше? Маловат, маловат. Все, ну, в следующий раз тебе компостер, значит, подожди. Отличный компостер.
То есть это не для утилизации, а для изготовления удобрения. Обязательно. Хорошего. Во-первых, утилизация отхода, во-вторых, качественные, натуральные удобрения. Саженцы. Вот ну, я тоже люблю, чтобы саженцев, у меня саженцы были. Хочу напомнить нашим постоянным зрителям и те, кто тебя, например, увидел сегодня впервые. У Ивана два садовых магазина, и сейчас еще интернет-магазин. И вообще он у нас эксперт нашей программы по органическому земледелию. Вот. Так, вот как раз тот самый участок, который мы сегодня будем засаживать саженцами. Да? Так, кстати, вот участок у нас небольшой. Всего 5,9 соток, ну, грубо говоря, 6 соток. Здесь и дом, и баню. А внешне, кажется, Виталий, согласись, больше, да? Я думал, 10 соток. Вот, а здесь всего 6 соток. Почему так? Потому что мы зонировали участок, сами вот сделали перголу, шпалеру. И поэтому участок разделился на несколько тематических зон, и внешний участок увеличился. Ага. Но он у тебя еще квадратный участок, повезло, это, конечно... Прям дорогого стоит. Перголу очень красиво. Я вообще люблю вот такие своими руками, да, сделать очень просто, в принципе, материал. Ну, в этом году, конечно, подорожал, но вполне любая семья может себе позволить. Нет, всегда вот эти малые архитектурные формы, они, конечно, добавляют изюминку, какую-то вот своеобразность на участке. Здесь вот тоже у тебя, смотрю, пергола, но она у тебя здесь... по целевому назначению, да, здесь не какие-то там цветы, лианы, здесь... растет еда. Да. Эта еда называется вигна. Многие ее путают с фасолью, хотя вигна не перепыляется с фасолью. Это отдельный вид африканский. Кстати, в нашей средней полосе очень советую ее посадить, потому что она абсолютно толерантна к засухе, выдерживает температуры до 50 градусов, не требовательна к почве, не требовательна к поливу, великолепная культура и очень вкусная. Вот такие стручки получаются, которые можно нарезать, заморозить. Да. Супер, вообще в рагу, в любые вообще блюда в качестве гарнира, конечно, вигна. И очень полезная, богатая полезная. Белка. Во-первых, белка больше, чем в рыбе. Во-вторых, содержит калий, натрий, которые способствуют профилактике заболеваний сердца. И здесь содержится особое вещество, которое заменяет инсулин. Поэтому для диабетиков вообще великолепная вещь. Слушайте, ну действительно, и культура очень урожайная. Вот тут, в общем-то, не так много уж растений, а вот сколько урожая. Вот бак как привычно покрашен. Так, ну что, давайте двигаемся дальше. Здесь декоративная зона, и сразу бросаются вот эти красотки. Какие сорта, как называются? Это гортензии, пинки-винки, это у нас Аннабель. Честно говоря, это у нас от старых хозяев осталось. Не помню, как называется. Ну, обязательно выясню. Я вот смотрю немножко хлороз. Я тебе прям рекомендую вот это удобрение, которое специальное для гортензий, от буйских удобрений. Прям достаточно два раза за сезон. Все, хлороз пропадает. Вода жесткая здесь, да, и поэтому многие растения хлорозят. Растения вообще не очень любят жесткую воду. Вот, от жесткой воды даже на кислых почвах хлороз образуется. Да. В этом году посеяли базеллу. Базелла классная штуковина. Очень это мощные листья. Культура. Да, это декоративный шпинат. Да, по вкусу базелла напоминает шпинат. Очень классно получаются из нее всевозможные супы. Да и тоже, кстати, в качестве гарнира, я помню, делал. Тоже очень такая полезная штуковина. Бугенвилия вот здесь у нас сейчас маленькая растет. О, бугенвилия, точно. Прям Турция, посмотрите, друзья. И она у тебя зимует, что ли? Нет, мы ее в горшке прям посадили, а осенью заберем обратно. Ага, понятно. Кстати, Виталию я в этом году тоже. Да, Иван мне обещал череночек бугенвилии, я хочу ее очень хорошо укореняется, да, поэтому культура для дома очень интересная, попробуйте, если кого-то не сажал. Так, это же вот ИТО гибриды, да, гибриды. Только недавно посадил. Да. Ага, я тоже их обожаю. У меня уже такая маленькая тоже коллекция из трех пионов. Класс. В петуниях розочки. В этом году посадили цинии. Очень... компактный. Это цинния Дабл Захара. Цветет все лето. Как видите, он великолепные цвета. Красная гамма у нас. Хотя они бывают и белые, бывают и желтого оттенка. Ну, в этом году мы розово-красную гамму посадили. Ну, вот эти цинии вообще очень хорошо для кашпо подходят. Если вот у вас мало места на участке, можете смело их сажать в кашпо. И самое главное, что вот у них нету вот этого безобразия, как у обычных высокорослых циний. Цветы, которые засохшие, они прячутся под вновь отрастающими
побегами. Красиво. Угу. Так. И дальше уже пошел огород. Ну, в общем, да, здесь перцы. Правильно. Немножко красоты и огородик. На любом участке все равно рекомендую делать высокие грядки. Ребят, не заморачивайтесь с этими полями, которые надо каждый год перекапывать. Вот, высокую грядку сделали, почву подготовили, она у вас каждый год будет только улучшаться. Очень легко работать. Дорожки застелили нетканым материалом, ну, у нас геотекстиль. Вот, вы можете нетканым застелить или хотите, можете плиткой уложить. Все очень удобно. Перчики хорошенькие. Урожай. Куда девать будешь? Замораживать. Правильно. Замораживать. Самый распространенный вредитель в наших садах – это, конечно же, тля. Один год бывает ее мало, и она практически не наносит никакого урона нашим растениям. Другой год ее, ну, слишком много. И если от нее не избавиться, то молодого прироста не будет. И в итоге растения могут погибнуть. Самый быстрый и надежный способ избавиться от тли – это обработать растения раствором нашатырного спирта 40 мл на 10 литров воды. Но, друзья, в июле и августе нашатырный спирт уже лучше не применять, ведь это чистый азот. Будет затяжной рост растений в ущерб плодообразованию. Поэтому воспользуемся сейчас обычным биологическим инсектицидом, причем любым. А чтобы опрыскивание не занимало много времени, воспользуюсь электрическим аккумуляторным опрыскивателем нового поколения. В этом сезоне я приобрел опрыскиватель Зиома на 10 литров. Идеальный объем, так как многие средства защиты и удобрения разводятся в объеме 10 литров. Эргономичный дизайн, удобная мягкая спинка и регулируемые лямки, настраиваемые сопла, ветер, туман, струя. Длина удочки 121 см. Легко обработать даже высокие плодовые деревья. Мощный аккумулятор, время бесперебойной работы до 2 часов. А самое главное, что аккумулятор съемный. Его можно при необходимости заменить, а не менять полностью опрыскиватель. Ну реально, друзья, сколько раньше мы времени тратили при работе с помповыми опрыскивателями. Это его каждый раз нужно снять, чтобы подкачать. Сейчас 5 минут буквально, и весь сад обработан. А еще мне очень нравится, что при объеме 10 литров опрыскиватель Зиома выглядит очень компактно. Спрашивайте опрыскиватель Зиома в магазинах вашего города. Это ИСОП. А, запах. Ой, правда вкусно. Как пахнет. Можно и в чай добавлять, в тушеные овощи, в мясо. Великолепная прянность. Очень хороший медонос. Пчел привлекает. Симпатично. Очень замечательно, выглядит, да, такой хорошенький. Ну, это пошлите. У нас здесь картофель. Все, сейчас все проверим. Все проверим. Это у нас жимолость. А вот это что? А, это твой редис, да? Это мой редис. Можно выдержать? Да. Покажу, какой редис у Ивана. Смотрите, как свекла выглядит. Переросший. Ну, есть немного, да. Слушай, ну вообще, кстати, между прочим, попробуй его пожарить. Говорят, это вкусно, вот такой переросший. Если он не пустой, а он вроде не пустой у тебя внутри. Виталь, давай попробуем вместе пожарить вот с вигной. Будет вообще, наверное, отличный результат. Точно. Ну, картофель у меня, скажем так, экспериментальный. Мы его сажали в июле месяце. Спиной? Да. Ну, скажем так, это чистый эксперимент. Слушай, а я вот хотел спросить как раз. Хотел посадить вот этот сорт жимолости с такими красно-оранжевыми цветами, но прочел, что она не особо зимует вот у нас в средней полосе. Вот посмотри, видишь? Вижу. Она на шпалере привязана, да. На зиму не укрывалась. Не укрывалась. Вообще. Сейчас вот зимы такие теплые, в общем-то, и снежные. Может быть, из-за этого. Но обычная это вот такая. Вот обычная каприфоль. Вот обычная, да? Да. Вот обычная, а вот это вот, конечно, очень красивая жимолость. Ну. Классная. Кабачки. Как без кабачков-то, конечно. Сколько у тебя на участке кабачков? 1, 2, 3, 4, 5, и там еще и 5. Вот куда деваешь урожай? Потому что у меня всего 2 кабачка. Ну, уже всем раздаю, уже все от меня бегут. Мы уже всем раздали, может, сейчас складываем в поленницу. Даже не знаю, куда его девать. Вот ты кошатник, я кошатник, да? Я хочу своих кошек приучить есть овощи уже, потому что корм дорогой. Может завести кроликов. Вот, а вот огурцов, кроликов точно, да. А у меня аллергия на них. Вместо кошек кроликов. Но они мышей не будут ловить, понимаете, в чем дело? Идемте, смотрите, какие томаты. Смотрите, какие томаты в открытом грунте. Ё-моё! Под тяжестью аж вот
даже арматурина сгибается. Ну, мы пока, да, крепления не сделали. На следующий год будут крепления хорошие. Виталий молодец. У него на даче сделаны крепления. Сразу продумал, да, у нас пока этого нету, к сожалению. Ну, урожай классный, конечно, шикарный. Слушай, а как у тебя в этом сезоне базилик себя чувствует? У меня просто сгорел на солнце. Ну вот видишь, мы его стрижем время от времени. Отлично себя чувствует. Все равно вот какой-то он такой, знаешь, желтоватый в этом году. Нет, у меня в прошлом году полутень сажал. Нет, он был классный, просто мы его сейчас обрезали. И это нижние листья, они немножко желтоватые. Я просто в прошлом году в полутень сажал. Там такие кусты шикарные были, а в этом прям... На каждом участке обязательно сделайте одну грядку под пряные культуры. Очень удобно. Подошел, взял, что нужно. Здесь и укроп, и петрушка, и свекла, и базилик, и рукола. Все, что душе угодно. Салаты, пожалуйста. Вкусная, кстати, рукола. Красивая такая грядочка. Прям. Она и декоративная, да. И в этом году посадили карликовые лилии. Это вот красная лилия очень активно цветет, особенно вот кто выращивает в кашпо. Я считаю, что это одна из самых лучших лилий. Вот это вот красного цвета, есть белые лилии. Ну, честно говоря, они меня в этом году очень порадовали. Почему я о них не знал? А вообще максимальная высота, это, наверное, видимо, молоденькие, это, да, растения? Это максимальная высота этой лилии. И это максимальная? Да. Вы верите? 20 сантиметров максимальная высота. Верите? Я не верю. Вот какие гиганты. Это, по-моему, между прочим, это типа бычье сердце. Эти томаты в открытом грунте. Видите, листья скрутились, но это не болезнь. Это от того, что у нас жара под 40 градусов в Самаре. Они, 2 месяца. Да, скручиваются листья. Вот. Но зато смотрите, какие томаты. Знаменитое бычье сердце томат. Урожай отличный. Хорошо нагруженные кусты. Как мне нравится, когда совмещен огород с какими-то цветочками, всегда добавляет настроение. Вот вижу монгол-карлик, правильно? Да, отличный, просто отличный томат монгол-карлик, который не надо ни посынковать, ничего с ним не делать. Посадил и забыл, как такой говорится. Стелющийся томат. Стелющийся томат. Кстати, многие говорят, что монгольский карлик – карликовый томат. Ну вы посмотрите, неужели это карлик? Плоды достаточно внушительные. Вот смотрите, что творится здесь. А? Вот это вот томаты, я понимаю. Вот они все гигантские. Посмотрите, вот первая кисть, вторая кисть. Это что за сорт такой? Я хочу такой. Купец молодец. Биф-томаты крупные. Да. Классные томаты. Вот, кстати, томат Черри Негра. Томат от партнера. Очень красивые томаты. Набитые кисти. Вон сколько их томатов. Завязываемость даже в такую жару, как вы видите, великолепная. Томаты индетерминантные, но для того, чтобы он быстрее созревал, верхушки отрезали. А вот кто угадает, что это за травка? Красивая какая-то очень. Это орегано. А да, по-русски душица? Что? Очень хорошо идет и в салаты, и в чай. Кстати, еще раз допомню. Не забывайте про ароматические травы. Это, во-первых, очень хорошие медоносы. Пчел привлекают на участок. И для любого блюда пошел в огород, нарвал и... получил, да, аптекарский огород – это прям чудо. Чудное. Вкусно. Ну и соп, опять же. А, запах. Друзья, если вам интересен такой формат видео, экскурсии по садовым участкам разных увлеченных садоводством людей, пожалуйста, напишите в комментариях. И если для вас видео будет увлекательным, буду продолжать подобные экскурсии. Груша Чижевского раньше, она славилась очень... Классная груша. Она вкусная, но она быстро переспевает, да, и она все в вату валится. Превращается, да. И последние годы почему-то эта груша начала побаливать. А вот раньше такого не было. Поэтому вот каждый год будем немножко прививать на нее, и будет дерево, сад. Смородинка такая симпатичная. Смородинка симпатичная, довольно урожайная. Шикарная. Кстати, в такую жару даже особо не болеет. Сорт не помнишь, как называется? По-моему, Голиаф, если не ошибаюсь. А это вот красная, наверное, да? Или розовая, или это белая? Это красная-красная смородина. Вот она. Ну, здесь ее уже собрали у меня детки. Ну, в принципе, тоже неплохая, да. Это лебеда, очень хорошее растение. Можно из нее делать салаты, но я считаю, что не надо. И снова шпалера. Да, снова шпалера. Ежевика. Ежевика торн-фри. Не созрела, но зато глядите, какие кисти. Ну, торн-фри, да, это такой поздний сорт. Поэтому попозже будет, да. Она ремонтантная, она вот сформировала плоды, новые
ветви выпустил, опять цветет, опять будет формировать плоды. Великолепная ежевика. Подсобка, чтобы солнце не было, что-то сушить. Опять же, здесь карантинная зона, что мы покупаем, сюда складываем. Угу. На передержку. Ну и самое главное, кормилица, да, твоя 8-метровая, да, или 6-метровая? 8-метровая теплица. Вот. Кстати, обратите внимание, вот у многих в теплицах все горит, да? Вот сейчас зайдете, вы увидите, что практически там ничего не погорело, угу, только в торцах теплицы. Притеняющая сетка. Не забывайте притенять теплицу, особенно в такую жару. Да. Или покупайте теплицы, как у меня, с... Да, можно с открытым верхом, да, но все равно желательно притенять, да, все равно. Да. Между прочим, есть вот такая сетка израильского производства, она вот такая серебряная, стоит дороже железного моста, вот просто бешеных денег, а это вот прям 3 копейки. Пойдем в теплицу. Это наша теплица. Томатов море всяких от разных производителей. Вот томат. О, это мой любимый томат. Это томат черри краски. Абсолютно без кислинки, сладкий, как конфетки, урожай великолепный, кисти большие. Ой, не могу удержаться, чтобы не съесть. А вот этот вот рядом, что за гигант такой? Смотри, пожалуйста, интересный. Вот этот? Да, тоже внизу урожайность, офигенная. Это бихата от Аэлиты. А вот это желтенький томат? Это золотой теленок, небольшой. Давай. Томат. Кстати, для открытого грунта отлично, рекомендую. Вот пока мы здесь находимся, Виталь, как ты думаешь, что это у меня в теплице? Это дайкон? Нет. Это старая русская культура. Это репа. Репа, Виталь. Смотри. Я с дуру в этом году посадил ее в теплицу. А давай вырвем ее и потом приготовим. Давай. О, тянем, потянем. Вытянули. Репку. Шикарная репка. Забытый корнеплод, да? Держи. Репу. А ты готовишь ее, да? Да. Частенько? Пареная репа. Я пока, честно говоря, что-то... Не пробовал ни разу. Нет, я пробовал, как раз выращивал и пытался готовить, но я что-то не особо в восторге от репы. Она дает небольшую полезное, горчинку, да. Она дает небольшую горчинку, хотя в пюре она напоминает картофель. Ага. А жарить пробовал, как картошку? И жарить можно, и парить можно, и варить можно супы с нее, вместо картофеля использовать. Культура, конечно, замечательная, но теплицу не рекомендую. Вот, друзья, как можно нецелесообразно, да, использовать теплицу. Но это когда она 8 метров. А вот если, как у меня, 4 метра, так еще и посередине грядок нету. Так, что еще у нас интересного здесь есть? А вот. Вот это что, Виталь, за черри? Это черри лунный фонтан. А это сорт или гибрид? Гибрид. Хороший. Ну, глядите, ну красота, ну согласитесь. Ну, правда красивый, да. Вот. Согласитесь, ну, очень красивый томат. И вкусный. Угу. Детки, наверное, да? Все. Детям будет. Вообще очень нравится. Это один из моих любимых томатов. Неприхотливый, красивый, завязывается неплохо. Это Сара гибрид. Пока Иван не видит, пощиплю немножечко томат. А это у нас томаты. Это японский трюфель оранжевый. Тоже очень интересный томат. Довольно крупные кисти, яркая расцветка и очень вкусный. Понятно. Я думаю, что он тут трется? А, они любят актинидии? Они очень любят корни актинидии, любой, причем и коломикты, и вот этой вот. И он, может, вот видишь, раскапывает. Они ж балдеют, как от валерьянки, от корней актинидии. Поэтому и рекомендуют даже сеткой прикрывать молодые саженцы актинидии. Все, смотрите. Да. Ну все, кайфует. Все, трется. Смотри, корешок нашел. Ага, от заразы-то. И все, и давай. Кошачья мята, блин. Да. Я не знаю, что там за вещество, но они просто с ума сходят. Это... Вон, сейчас, смотри, что делает. Затяжки сделал. Котятина. Мы уже в процессе посадки саженцев. Готовим посадочные ямы. Ямы надо сделать побольше, чтобы хорошо заправить. Даже вот под такой небольшой саженец копаем лунку. 40 на 40, лучше, конечно, 50 на 50. Правильно. Смотри, у тебя рост такой же, как у меня, 1,85 м. Лопата детская. Нагибаться приходится. А? Это как вообще? Директор, владелец садового магазина. Ну так я же отдаю лопату-то жене, а когда она нагибается, я получаю эстетическое удовольствие. Вот засними вот того человека, который действительно работает на этом участке.
давай ты расскажешь все-таки, что мы сегодня сажаем. Мы ездили в Тольятти. Да. В питомник Ёлы-Палы. Да, это очень большой крупный питомник. Один из лучших питомников Поволжья. Вот. Ну, я уже говорил, что после любого приобретения саженцев обязательно убираем на карантин. Они у нас постояли на карантине неделю. Мы их обработали от болезней, обработали от паутинного клеща, от насекомых вредителей обработали, чтобы не заразили соседние растения. Вот. Сегодня мы как раз высаживаем. Взяли мы хвойнички. Это у нас скальный можжевельник, да, Blue Arrow. Он довольно высокий, но зато легко переносит сильные ветра. У нас здесь как раз ветродуй. Угу. Вот. Мы его на задний план посадим. А, вот как раз, да, вот это вот пространство. Хорошо такое. Переносит стрижку. Да. Компактный довольно. Очень пластичное растение. Да, очень пластичное растение. Вот он у нас будет... Как раз мне на что еще самом нравится, ветру. Вот у скальников они в основном не горят. Вот это тоже их преимущество. Да, и интересный у него цвет. Да. Он все-таки не такой не бледный. Вот. Барбарисы, смотрю, разных цветов. Да, барбарисы правильно. Взял специально разных цветов. Невысокие барбарисы. У них высота 60 сантиметров, 40 сантиметров. И тот маленький 30-сантиметровый барбарис. То есть такие акценты сделать, да? Они, когда разрастутся, сделают очень интересную цветовую гамму на переднем плане. Вот они здесь будут. Раз, два, три. Вот. Здесь у нас остается рододендрон листопадный. Вот. Очень остается, да? Ну, Наталья сказала, что остается, но я не могу перечить жене. К сожалению, мужики такие. Жалко, что это было за кадром, не успели снять. Mm-hmm. Вот это вот такая милая перепалка между супругом и супругой. Оставь рододендрон, не оставлю, оставь. В итоге рододендрон остался. В общем, да. В общем, я его потом выкопаю, но пока остается на месте. Это да, ночью. Ой, красивый хвойничек, 1,5 метра шарик. Очень интересный у него лист. Вот такой поникающий, серебристо-зеленого цвета. Это у нас туя западная селена. Ага. Вот. Довольно морозостойкий, но в первые годы будем укрываться. А так он, в принципе, переносит морозы до 30 градусов вполне нормально. Mm-hmm. Вот. Хорошо он будет вот здесь рядом здесь, с козьей ивой сочетаться. Вот он будет шарик 1,5 метра. Хорошо тоже переносит стрижку. И взяли розочку. Ну, розочка у нас немножко болела. Вот после обработки, видите, листья пожелтел. Вот. Это у нас была мучнистая роса, мы его обработали. Вот верхние листья нормальные, которые не пораженные. Нижние, вот они... облетают. Но это нормальное явление. Она отрастет потом. Это палеантовая роза. Очень интересные расцветки. Чем хороши палеантовые розы? Они невысокие и цветут практически все лето. Вон, видите, сколько бутонов еще набрало. Уже старые цветы отцвели. Новые появляются. Сейчас мы его обрежем. Для чего мы удаляем цветы? Чтобы роза всю энергию тратила не на цветение, а на корнеобразование. Кстати, для того, чтобы было хорошее корнеобразование, мы применяем органические удобрения Organic Mix. Поскольку сегодня мы сажаем хвойные растения, Иван вот приобрел грунт «Волшебная грядка». Кстати, очень хороший грунт. Можно смело рекомендовать его и для выращивания рассады, и для заправки. Вот, это специально для хвойных растений. Чтобы саженцы хорошо прижились, мы используем, и я тоже, удобрение для посадки саженцев. Абсолютно натуральное, с богатейшим составом. В составе и морские водоросли, и костная мука, и, в общем, чего там только нету. Хорошая концентрация фосфора, поэтому корневая система очень быстро у нас нарастет. Вермикулит обязательно, потому что почва, так же, как у меня на участке, почва очень глинистая, новая, воду не пропускает, поэтому обязательно. А вот это что это такое за легкие какие-то булыжнички? Многие используют для дренажа керамзит. Вот. Но в этом году я использую пеностекло. Оно, во-первых, удерживает воду хорошо, вот, а во-вторых, оно для дренажа очень хорошо, оно пропускает воду. Угу. Слушай, идеальный вариант, да, и в кашпо можно добавлять в качестве дренажа, и он действительно не тяжелый. Долговечный материал, очень хороший. Ну, давай приступать к посадке, с чего начнем? Ну, давай посадим вот этот красивый шар для начала. Селену. Да. Так, ну, во-первых, сразу. Сразу дренаж, да? Дренаж на низ.
красота. Мы будем готовить грунт прямо на месте. Делаем небольшую ямку и смешиваем все компоненты, которые нам нужны. Грунт для хвойников. Для хвойных. Для хвойных, да, Виталь, для хвойных. Мой русский, турецкий язык. Ну да, хвойники – это совершенно другой вид растений. Угу. Так, и вермикулит. Вермикулит. Ух ты, тирочек. В удобрении для посадки саженцев есть мерная ложечка. Продумано все, да? Да. Сколько, по-моему, две мерные ложечки всего лишь нужно? Да нет, здесь яма большая, поэтому мы, наверное, положим на 3 или 4 ложки. Ну, в общем, не жалко. С этим удобрением переборщить, в принципе, невозможно. Что такое микориза? Это почвенный грибок, который образует с корнем симбиоз и дополнительно будет кормить растения. Так, давай, я буду перемешивать. Хоть что-то сделаю. Много не надо, хватит. Ну вот как они тут могут не прижиться, да, при такой вкуснотище? Угу. Все саженцы ни в коем случае нельзя заглублять. Вот как они росли в горшках, вот на такую глубину и нужно посадить. Сейчас заполняем лунку и померяем. О, хватит? Хватит. Сейчас думаешь? Будем мерить. Давай померяем. Надо утрамбовать немножко. Угу. Пока будем сажать, я еще земли подсыплю. Корни оплели горшок, но мы их для того, чтобы лучше корневая система росла, мы их сверху немного растеребим. Полностью снимать не надо, но чуть-чуть растеребить можно, чтобы корни были живые. Вот мы старые немного уберем, а эти вот крайние расправим, и тогда они хорошо будут расти. Ну давай, клади сюда. Все. Ставь. И попробуем по новому способу Виталия Декабрева. Это не мой способ. Сейчас так все сажают. И, кстати, очень удобный способ посадки. Так, ну что? Попробуем. И надо утрамбовывать сразу. А, чтобы уже... это самое, чтобы да, форма да, горшка да, осталась, да? Ага. Ну, давай, попробуем. Теперь достаем, собственно. Вместе с горшком, вместе да? Вместе с горшком, естественно. Ох ты, гляди. И у нас, смотри, какая аккуратная лунка получилась. Все, доставай. Вот. Вуаля. Во, идеально. И теперь чуть-чуть, осталось да, вот прям... подсыпать и утрамбовать. Угу. Вот так вот. Так, ну вот по такому принципу и будем сажать все остальные саженцы. Ну, единственное, грунт для хвойных будем использовать только для скального можжевельника. Да. Вот, Иван, как можно иметь на участке всего лишь одну лопату? Скажи, пожалуйста. Давай. Одну лопату? А очень... вот она сломается сейчас. А у нас вот, еще вот есть одна? Сломает? Но она сломанная. Вот. У меня такая лопата, сякая лопата. Вилы для этого, для того, я вот это очень люблю, чтобы много было инструмента, чтобы разбросал его по участку, да, и в каждом уголке ты наткнулся на какой-нибудь сука. Инструмент. Вот по твоему способу, гляди, как классно получается. Удобно, да? Все, засыпал, утрамбовал, достал. Ух ты, гляди, корни какие красивые. Ну-ка, покажи. Желтенькие. О, правда, желтого цвета. Эх, лопата хорошо, а руками лучше. Да. Я, кстати, тоже люблю работать. Причем даже без перчаток. Ну, спасибо тебе за перчатки, гордевские. А гляди, сколько работаем. Чистые. Чистые слушай, остаются. Кстати, да, я тоже заметил почему-то. Вот другие перчатки все грязные-перегрязные, а эти как будто самоочищающиеся. Угу. О, идеально, идеально. А корни для роста мы простимулировали удобрение для посадки саженцев. Корни будут крупные, хорошие, мощные, растения приживутся замечательно. А для дополнительной подкормки мы используем новинку этого сезона. Это удобрение Organic Mix, бельгийская серия. Органоминеральное удобрение, которого хватает на 100 дней. Посмотрите, какое оно красивое. Такие вот золотистые гранулы. Так как мы удобрили органическим удобрением, то мы его дадим половинную дозу. Рекомендуется 40-50 грамм для подкормки растения. Мы дадим ну, грамм 20, столовую ложку. Угу. Очень экономно. Да, применяется просто. Просто посыпается в прикорневую зону и все. Обычно гранулированные удобрения, гранулы у них такие достаточно крупные, и их непременно нужно заделывать в грунт. Вот фишка этого удобрения, что как раз запатентованная технология изготовления таких микрогранул, которые мы просто посыпаем и все, и ничего не делаем. Все, грунт не заделываем. Ведь при заделке удобрения в грунт может повредиться поверхностная корневая система, это вот впитывающие самые важные корешки,
повреждаем их, и все, и растение у нас начинает голодать. Где вы видели, чтобы за рубежом делались удобрения по российской технологии? То есть состав российский, да? Да. Вот, сами все компоненты, а гранулирование происходит в Бельгии, правильно? Правильно. Точно? Да точно, я вот даже могу прочитать, здесь написано. Ну, произведено по заказу завода органических удобрений ООО «Органик Микс» в Бельгии. А я совсем недавно как раз сделал подкормку вот из этой же серии удобрением только для овощей, а оно абсолютно натуральное, то есть органическое. Вот здесь органоминеральное для цветников. Да, здесь у нас три вида удобрения. Есть органик, органоминеральное для цветов, органоминеральное для газонов, а для того, что мы используем в пищу, чистая органика. Вот, мы применяли на этой зоне удобрение Organic Mix для овощей, бельгийскую серию. А здесь мы применяли обычные удобрения. Разница видна. Здесь она уже выше шпалеры поднялась. Листья зеленые, урожай чуть ли не в два раза больше. Здесь растение ниже, и лист бледноватый, урожайность, ну, сами видите. Многие дачники жалуются, что мы даем советы. Хороший совет, Виталь, да? Хороший. Но дорого, да? Дороговато. Там кокосовые мульчи, там маты кокосовые, какие-то там мульчи с коры дорогие, да? Дорогие. Вот сегодня мы будем применять материал, ну, бесплатный, бесплатный. Вот ты знаешь, вот у меня ведь вот свое тоже отношение. Вот ты представляешь, если все дачники, все поедут в лес и заберут вот эту вот чудесную мульчу, вот эту вот подстилку хвойную, что будет? Поэтому я всегда рекомендую. Вот кусочек собрали и на другой кусочек. Виталь, я думаю, пожарные будут только рады, да? Будут только рады. Потому что вот эта вот подстилка, она очень хорошо горит. А чем же будут питаться растения? Что, ну, же перегнивать будет? Хвойные растения, Виталий, я думаю, найдут чем питаться, да. Мы же немного уберем. Грубо говоря, вот то, что мы собираем, это за один год перепревает. Ты знаешь, убедил. Я только за вот такой бесплатной мульчи. Давай, рассыпай. Ну что, Иван, хорошо поработали. Мне очень все нравится. Вот, самое главное, что с растениями не переборщили, потому что это вот беда многих начинающих садоводов, цветоводов. Сажают очень близко растения, и буквально проходит 2-3 года, это все вот так разрастаются, и не знают, что с этим делать. Вот, посмотрите, посадка, небольшие саженцы покупаем, это гораздо дешевле, и не чистим с посадкой. Посадить-то посадили, да. А полить-то надо. Непременно, чтобы корневая система расправилась. И желательно в воду добавить любое гуминовое, калийное удобрение для того, чтобы еще лучше прижилась корневая система. Да, мы применяем гумат калия. Буквально 20-30 миллилитров, много не надо, там рекомендуется большая доза, но больше не надо. 20-30 миллилитров на 10 литров воды более чем. И обильно поливаем. Экономить воду не надо. Под растение минимум 10 литров воды выливаем при посадке, чтобы хорошо ком земли пропитался. Чтобы не осталось пустот, да, никаких. О, отлично. На, Наталь, поливай дальше. Мы свою работу сделали, теперь женская работа. Вот так вот. Вот жену, значит, будешь заставлять тяжеленную лейку таскать, да? Нет, ну налить-то... Слушай, вот так. Хорошая у тебя супруга вообще. А таких нет еще у вас тут нигде по соседям? Вот мне бы такую бы тоже. Да была. Я последнюю урвал. Да? Последняя была, да. Которая, понимаешь, и с лейкой, и все, и в огонь, и в воду. Трамвай на ходу остановит. В квартиру без лома войдет. Совесть немножко, да, есть у тебя, да? Сам, да, пошел. Значит, да, еще не все потеряно. Еще можно из тебя человека-то сделать, да? Вань, очень рад побывать на твоем участке. Мне все очень понравилось. Я надеюсь, и нашим телезрителям тоже что-то для себя почерпнули новенького, интересного. Обязательно приглашай в гости еще, и я тебя тоже буду приглашать. В общем, будем друг другу помогать работать, и с тебя вот эти карликовые лилии обязательно прям жду привезу с нетерпением. Угу. Не бойтесь сажать растения даже летом с закрытой корневой системой. Ничего
не будет им страшного, они нормально у вас приживутся, пользуйтесь хорошими качественными удобрениями, и у вас будет сад цвести, пахнуть и радовать вас долгими-долгими годами. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал «Дача с Виталием Декабревым», нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Желаем здоровья вам и вашим растениям. До встречи!